Дим, мы нацепили недаром на тебя это оборудование все для того, чтобы считывать твои волнения и Знаете, волнение эмоции. Не отсюда надо считывать. А, вот мы, а мы знаем, откуда Трудность считывать. Мест. Так правда? Вот сейчас мы будем задавать тебе вопросы, и по возможности ты должен отвечать правду и односложно, да или нет. Ты готов? Я постараюсь. Если ты будешь отвечать неправду, нам будет об этом все равно известно. Поэтому мы надеемся на твою благородность, на твою... Понимаешь, о чем я говорю? Ты готов? Значит, поехали. Поехали. Итак, у тебя есть белье из секс-шопа? Нет у меня белья. Правда, что ты под брюками носишь чулки с подвязками? Бывает. Ты мечтаешь о мировой славе? Да. А с Натальей Рудовой у тебя роман? Не, у меня с ней Тимофей. Да или нет? Нет. Это правда, что ты лишился невинности в 11 лет? Чушь, нет. Ты любишь острые ощущения? Пожалуй, да. Ты боишься мышей? Нет. Ты любишь свою фамилию? Не задумывался. Не знаю, ну, да, наверное. Любишь? Ну, так, не то, что такой... Страстной любовью, но люблю. Ты хотел бы стать президентом Беларуси? Пожалуй, нет. Хорошо. Последний вопрос. Мы тебе понравились? Конечно. На этом вопросы закончены. Дим, ну как ты думаешь, где ты говорил неправду? Ведь детектор все-таки среагировал пару раз. Да, вот, ну, к счастью, ты не видел, к нашему счастью. Тогда, когда ты говорил неправду, наш многоуважаемый детектор лжи реагирует на все импульсы и показывает нам на экране всплески, так сказать, эмоций. Я говорил в самом начале, что тебе не удастся обмануть. Как ты сам считаешь? Где ты, мягко говоря, слукавил? Ну, про чулки, наверное. Все-таки они на тебе есть. И это правда, действительно. Это правда. А еще? Не знаю. Детектор говорит, что ты слукавил про мышей. Я не боюсь мышей. Потому что у меня дома мышка есть. Ну, она, наверное, в клеточке такая. Нет, она, наверное, нет, компьютерная мышка. А, поэтому компьютерная. Я ее не боюсь, поэтому он просто не понял, о чем идет речь. Все понятно. Так что я, в принципе, отвечал честно. Дима, ты знаешь, ты очень такой хитрый оказался. Обхитрил ты наш детектор. Конечно, обхитрил. Всех обманул. Дорогие зрители, особо не парьтесь. Все, что вы слышали, полная ерунда. Тем не менее, мы поверили. И большое тебе спасибо, что ты пришел сегодня к нам в гости. На этом у нас все. Спасибо. Всех с 8 марта. Димочка, ты оказался очень самобытным, очень приятным собеседником. Всех благ тебе, успехов, побед и всего самого наилучшего. Дмитрий Колдун. Спасибо.